В прошлом году в Твери в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы 47 дорожных объектов. А спустя год в рамках проекта «Дорожный контроль» комиссия, в которую вошли и депутаты «Единой России», взялась за контроль приведенных в порядок городских улиц. Всего по плану предстоит проверить более 100 гарантийных дорог. О том, куда нагрянула инспекция и какие нарушения обнаружила, рассказывает наш корреспондент. Среди первых объектов проверки – центральные улицы и выездные магистрали. Комиссия проверяет качество выполненных работ на Сахаровском шоссе. Участок длиной 7,5 километров ремонтировали прошлым летом. Здесь видно, что частично стерлась разметка. Специалист делает замеры. Но на каждый элемент дорожной инфраструктуры действует гарантия. Горизонтальная разметка, дорожные знаки, искусственные неровности. Самый распространенный недочет – дорожная разметка. И стирание ее, это все зафиксировано и направлено в соответствующую документацию. Задача мало того, что отконтролировать качество работ, которые производят подрядчики, да, а в том числе определиться с наиболее острыми точками капитального ремонта дорог для того, чтобы максимально комфортно обеспечить среду в городе. Еще один из объектов проверки – тротуар на улице Советская. В целом покрытие после зимы в хорошем состоянии. Но есть незначительные дефекты из-за резких перепадов температуры. В некоторых местах обнаружено расхождение швов между плитками, которое превышает допустимые нормы. По результатам комиссионного обследования подрядчику составлены необходимые документы, предписания и направлены в их адрес. После наступления благоприятных погодных температур подрядчик приступит за свой счет к устранению указанных документаций замечаний. Учитывая небольшую площадь, объем выявленных недочетов на гарантийных объектах остается небольшим. В этом году подрядчики получили около 30 замечаний. На сегодняшний день 9 из них уже отработаны. Еще на 21 участке ведутся работы.